Я перевожу. Ужас! Так ведь и свариться можно. Ежели ты настоящий царевич, то нипочем. А что еще за дополнительные условия, ваше величество? Ну, так известно какие. Серый волк при тебе находиться должен. Иначе не допущу, не положено. Так что попрошу предъявить. Вот, это мой серый волк. Мутант, что ли? С мутантами нельзя, не по правилам. А может быть, как-то договоримся? Это ты что, подкупить меня решил? Ну, если смотреть на это чисто технически, то да. Ступай-ка ты, добр молодец, по-добру, по-здорову, пока я стражу не кликнул. На самом деле, многие вещи совсем не то, чем кажутся. Это ты к чему сейчас изрек, отрок? К тому, что если закрыть глаза, то можно вполне представить, что это волк. Нет. Этот номер не пройдет. Волк должен быть волком. Хоть закрой глаза, хоть открой. Ну, в общем, с моим волком не все в порядке. Это я и сам вижу. Что случилось-то? Он биомеханический Буратино из будущего, которого послали для того, чтобы найти и убить Сару Коннор. Ступайте прочь! Немедленно, скоморохи недоделанные! I'll be back! Он просто заколдованный, а расколдоваться не получается никак. Что значит никак? Ты в волшебном царстве или где? Ну-ка немедленно превращай этот продукт народных ремесел в нормальное животное. Ура! Я снова с вами и в собственной шкуре. Ну вот, все условия налицо. Начинаем испытание. Пожелай мне удачи, Серый. Если б у меня руки были, я б за тебя кулаки держал. Так Василиса и есть царевна? Ага. И что же мне теперь делать? Женись на ней.
Жениться? По-настоящему? Нет, по-игрушечному. Сам подумай, если Иван Сытый испытание выиграет, что он будет делать? Понял, женюсь. В чем там надо было искупаться? В кипящем молоке. Ерунда, идем скорее. Иди, я тебя тут подожду. Чувствую, зрелище будет не для слабонервных. У нас ведь как заведено? Сперва банька, потом жениться. Так что не будем нарушать традиции. А чего это там за шкатулочка? Интересно, только как ее достать? Ну, помирать так с музыкой. Себя не жалко, меня хотя бы выпусти. Мне горячее молоко вообще противопоказано. Хотя нет, сварюсь я там. Как пить дать сварюсь? Эх, чего ж придумать-то? Пропускать не велено. Я только на минуточку купальную шапочку забыл. Да хоть плавки, все равно не велено. Здравствуйте, бабушка. Здравствуй, внучок. А были такие, кто все испытания проходил? А ты сам подумай. Да если б сыскался кто, принцесса поди давно замужем была бы. Заперто. Как же ее открыть? Знаю я этот замок. Открывается на раз-два. Правда? Конечно, один поворот ключа. Ясно. Надо искать ключ. А вот это мой шкафчик. Ой, чего это тут? Надо же, записку кто-то оставил. Если ты это читаешь, значит, тебе все-таки хватило ума не лезть в котел. Хм, а у кого б не хватило? Что там дальше? Ты можешь пройти испытание, если возьмешь цветок льда, который в вазе слева от трона. Ничего не перепутай, потому что справа стоит цветок огня. Сваришься и без молока. В тронный зал можно попасть через тайную комнату. Дверь увидишь. Ключ найдешь, если поищешь. Желаю удачи, В. Это кто ж это, В? Ну, ясное дело, не Василий. Вишь, как духами-то от записки пахнет. Ох, Фрол, и за что тебя девицы любят? Явно не за сообразительность. Ишь ты, буржуй. И замок повесил. Взломать, что ли, помочь? Я такие замочки в два счета. Упаси бог, нам чужого не надобно. А можно у вас полотенечко взять? Взять-то можно было бы, кабы ты попросил как следует. Это как еще? А ты даже не догадываешься. Вот молодежь пошла. Никакого уважения к пожилым людям. Уважаемая бабушка, будьте так добры, дайте мне, пожалуйста, полотенце. Ага, как надо, чего так сразу вежливые. А как получат, так опять не здороваются. Ничего не получишь. Немедленно дайте мне полотенце. Вы здесь для этого и посажены. А вот и не для этого. А для чего? А чтоб таких, как ты, уважению к старшим учить. Вот чего. Это моя миссия. Что вы сказали? А то ты не слышал. Глухой, что ли? Никакого уважения к старушкам. Я глухой. Пожалейте меня. И дайте полотенце. Ай-яй-яй-яй-яй. Совсем всякий стыд потерял. Ничего ты от меня не получишь, обманщик.
Не такая уж вы и пожилая. Ну да, ну прям-таки. А какая же я тогда? Молодая и очаровательная фея, красота которой затмевает.